Добрый день. Я послал вашим делам с письмом. Объявляю вам о том, что в отношении вас совершено уголовное дело. Установлено, что Дмитрий Костырин еще в 2008 году, будучи назначенным начальником управления Федеральной налоговой службы по Республике Тыва, организовал на территории республики такую некую схему по незаконному возврату НДС из бюджета, из федерального бюджета. Его подельники заняли те должности, которые позволяли им принимать определенные решения, в том числе по возврату НДС. Таким образом, было возвращено 350 миллионов рублей. Из них 18 миллионов рублей причиталось на незаконное денежное вознаграждение Костырину и его подельникам.